Так, на подлодке ПМК это прям, ну, супер ненужная вещь. Я говорю, это один раз 100 боев, что ты где-то, что у тебя автономности не хватит, ты всплывешь и прям там кого-то доберешь по этим ПМК, ну. А так в основном это бессмысленно. 4,7 километра тебе. Ну, будет. Как бы. Так, ладно, я пойду уроки поделаю. Есть оно и есть. Давай. Это тоже нормально. Уроки? Ну да. А, с детьми? Ну, я понял. Ну, я понял, что с ребенком. Тут этому старичку-то самому не надо делать уроки. Ладно, удачных боев. Папа же буду. Давай, давай. Оп. Оп. Я тут всплываю. Так, пилинг включу, посмотрим, может кого-то высвечу. Не, Юшка, там... Ямагири, там пелинг не нужен. Не, ну так, на всякий случай. Вдруг где-то подлодочка рядышком, может у кого-то. Вон у меня подводная лодка, она далеко. Ну это я вижу, да. Все уже сейчас по карте. О, ну они опять все убегают. Это очень грустно. А ты что, блядь, ушел бы вперед? Ты заберешь, да, эту точку? Нет, ну как бы, блин. Мне вот что не нравится, вот на Юшке, когда играешь, бывает вот, как бы, блин, не знаю, процентов, наверное, 60 боев, это когда ты просто за кем-то гонишься. Весь бой, блядь, гонишься и гонишься, гонишься и гонишься. Ну нет вот этой зарубы, блин, бывают классные бои, когда заруба прямо такая, когда ты херачишь там, все нормально. А тут, блин, надо за кем-то гоняться постоянно. Я вот ни в кого торпеды еще ни разу не скидывал. Ну смысла нет даже кидать, они не дойдут. Там на сапырками двое сколько войдет. Ну, нормально вошло. 4,5 тысячи. Ну, блять, маловато. Не, это маловато. Ну, о. А что это такое? Это Аляска. Да, Аляска. Включила. Аляска. Блять. Ну, он тут даже стреляет по мне, сука. А у нее же эти самолеты, по-моему, нет, смотри, достают, да? Да, да, достают. Нихера себе. И главное, на себя принимают все удары. Ну так я же говорю, вот это первый плюс плавать группой. Будут стрелять в меня, а попадать в тебя. Ну это немного не так работает. Ну, только что это так сработало. Так, ну Аляска, все. Она... А, он включил, сука. Ну сейчас я его... задними засыплю. Да он и так без меня сдохнет. Долага. Так. Ёпта, подлодка где-то. А где она светит нас? Так, я включил. Ну, меня светит подлодочка. А вон Юшка. А он Юшка меня... там давно была. Ну, он меня под подводным поиском высветил. Понял. Вчера. Я всплыл. Так, и пробоина у меня. Я сейчас отвлекаюсь и прожму хилочку. Ёпки, ну у нее, блядь, подводный поиск. Не, не ходи, не ходи, не ходи. Мы пока будем ее тут искать 3 часа, там вся команда разбежится, лучше иди кого-нибудь убей там, я пойду ее поищу. Это так и у меня и урона не будет, и у тебя не будет урона. Это вообще жестко. Я вот даже, может, сейчас я вон на шлифена, может, даже сверну, нахер мне эта подлодка. Кстати, да, шлифен хорошая идея, но он тоже пидор будет. Ну. О, он прям на тебя идет. Это да. Все. Это немножко круг. Вот здесь подводит. Вот. Вот. Да, я вижу, вижу, да, он дальше чуть прошел. Блять, надеюсь, он без гапа. Ну все, шлифина. Сейчас я его буду засыпать. Стремка он. Стремка заюзал. Да, он заюзал. Но сейчас она у него закончится, и я буду ему задние скидывать.
Все. Ну, не круто. Вот такой я люблю. Воу-воу-воу-воу. Стрина, его на как-то два. Вторую повешать. Нет, сука. О, ебать, о. А, у него еще и ремка работает. Там подводник, если что, Макс. Да. Ты же помнишь, да? Ага. Что за мини-хана, блядь? Да он промазал всеми торпедами. Не, да вот у меня тут этот светит гондон. Детонировал типчик. А, ой, все, меня эсминец забрал. И могил меня забрал. Ну, блять, я понял, я промазал суху. Ну ладно, блин. Сейчас они вдвоем, блядь, будут с подлодки меня убивать, блядь, я думаю, что их бегать. Подводник вон этот ставил точку вот здесь. 15 тысяч, блядь! Да, 28 у него было. Смотри, это... Саныч, подводник ставит, да, точки. Да, я уже вижу, мне кирдык, я говорю, я не могу. Главное, меня... в него не сворачивай. Островом, если сможешь. А, в тебе он это. Он не сможет развернуться, у меня авик, блядь. Назад просто попробуй сдать. Блядь, промазал. Ебаный случай. Он в тебя импульсы кидает, а у тебя да минута. Я пускай он что он хочет меня кидает, блядь, я не могу. Не, блядь. По идее. Да вот они торпеды мои. Они промахиваются. Не, они промахнутся, видишь. Ай-яй-яй, он поворот. Он дурачок, начал. Он не знает. Тебе главное, чтобы этот, чтобы авиаудары на него начали скидываться. Сейчас попробую его засветить. Тут ты дурачок он. О, во-во-во-во. Он не знает того, что вот если он первый импульс дал, то потом целая минута. Целая минута, блядь, чтобы... О, бомба в него попадать уже. Да, а бомба по-любому будет попадать. Ну, нет, все, это уже поиграл. Тут столько торпед по-любому попадут. Наконец-то я хоть этого чёрта забрал, блядь. На авики вообще подлодки хорошо забираются. Я сколько раз забирал. Просто прикол в том, что многие подводники не знают, что если ты в авик кидаешь импульс, потом целая минута, у него же отхил идет, и импульсы не действуют целую минуту, а он торпеды скидывает уже заранее. Угу. И потом сделать ничего не может. А каждый импульс для подлодки это, блядь, авиаудар с авианосца, можно так сказать. По-моему, авианосец это, блядь, вот он даже лучше всех остальных борется именно с подлодками. Он скидывает автоматом, и он, блядь, всегда попадает. Он практически всегда попадает. Да, он очень точно сыпет. Угу. Если ты скидываешь сам, и ты можешь еще не попасть. А авик, он хуй промахнется.
прям нормально закидывает. Эх, как тигр воевал. Да не то слово. Да. А я отгреб. По самое не балуй. В меня все пришли, блядь. И подлодка, и Шлиффен, и еще и Емаги.